Вот решили выйти на свежий воздух подышать, там замерзли дома. Где мусор? Вчера так и не мусор. В квартирке холодновато, наверное. Да я мерз. На улице теплее, чем там. Хоть на солнце. Да я еще не хотел отпаться. Стрелся в деревья. Да Ксюшка пришла. Ты все говоришь, Ксюша, Ксюша, кто такая вообще? Ни разу не видел ее. Кто такая вообще? А вы как-то разъезжаете все, видишь, нет. Она утром она приходит, она приходит тогда, когда она приезжает нас... вечером, вы приезжаете днем. А вот, ну как-то застыковаться? Не знаю. Ну, вы звони, пиши как-нибудь что. Ну чё, Паша, открываешь летний сезон 23-го года летний? Куртка, шорты. Не-не, Монгола, там мода будет у нас это. Какая? Как она сказать? Ты чё сказал, 23-го года, короче, мода нон-стоп. Вот так, Паха, открыватель. Да-да-да. В курточке, в шортах, в кепке и в очках. Летом. Паха, ну ты чё, ёлки-палки. На. Я свернулся, вот ты такой трезвый. Да ну вас! Такой стеснительный, когда трезвый. Тут под шафой все, тут разносите все. Кстати, да. Тут же вот во вторник мне будут вставлять все жвалки мои. Все полностью. Паш, ты... Паш, тебе не надо вставлять зубы? Нет. Вот, кстати, Ира, тебе же тоже надо. Ну иди ты знаешь куда. А чё? Меня деньги если не будут, нахуй, я лучше здесь хожу, сделаю 30-ку отдам, нахуй. Так это один раз я сделаю, нахуй. А не буду. Пах, откуда здесь голубёнок? Кого? Откуда здесь голуб? Опять это чили, что ли, голуб? Да, блядь, не мань. Да он тут уже неделю практически. Не устроил справа что-то. Ну, его вот позавчера, на этом, на лавочке пацаны тискали. Ну, кормит, вот он здесь живет, так он кормит, все, иди. Ну, блядь, ну, кормит. Я ему семечек уносил первый день тогда. Эту черную. Это не чмурик. Ну вот смотри, вот, Сергеич, вот это вот черемуха. Вот белая чмуриха. Вот это чмуриха или черемуха? А вот последняя стоит. Сирень, но только она мало еще распустилась. Вот, да это ничего. А это сирень. Не сирень. Сирень, блядь. Да сирень. Да какая нахуй, она только начинает распускаться, придумывать. Вначале ее это цветет, сирень. Ага. Это вишня. Нет, это сирень. Вишня, это вишня. Я говорю сирень. Да ядрит, мандрит. Давай. Это вишня. Да пошли вы со своей вишней. Да, вот черемуха, вот вишня, вот сирень. Ты можешь дальше прямо? Прямо сейчас? Ну не сейчас, ну завтра утром или как-нибудь. Ну, гарант. Как дальше передадим? Может, последний раз его видим, может нет. Ну может быть, что последний раз. Ну, съездим, мы съездим, вот ну, ты что, тюлень, позвонить не можешь перед этим. Стоп. Я позвоню, ты когда соберешься. Да? Ты надо позвонить тому. Вчера, я думаю, вчера вечером сам узнал об этом. Ну, нам позвонили слабо. А что, раньше не сказал? А вот, ждал, вам прийти, вам сказать это. Чё прийти-то? Ты чё, на необитаемом острове живёшь? Да. Ну, блядь, некогда было просто работать. Некогда? Да, на работе был. Трудно трубку, блядь, телефона. Алло, Паш, ну вот так и так, и всё. Не, ну подожди, блядь, Сане-то тоже надо помочь. Так помочь нам надо. Че, завтра едем? Да похуй, поехали. Поехали, съездим. Ну все нормально. Завтра, значит, едем, все. А завтра у нас на улице тепло и холодно. Завтра будет очень. Итак, родненьки, мы приехали к быку, как я обещал, вам помню. Салатка там, шоколадки, мармеладки, тортики, мордотики, ну все такое. Короче, сейчас он будет обалденный сюрприз. Там тоже витаминки есть. Апельсинки и бананчики. Так что так вот, когда они выйдут, и это все обязательно. Ой, елки, и Паша подъехал, и Ришка тоже здесь, и как я обещали. Они свое слово сдержали, да. Ришка, привет. Зато вы не сдержали. Почему ты? Привет говорил. А, молодец. Вообще-то вчера было еще съездить. Ну, вчера где-то было. А ты что от нас, монгол-то? Ой, быку капу передал или нет? Вот она, вот она, вот она. Вот, ну, да. А, вот даже. Сейчас одел. Я быка спрошу. Сейчас он одел сам. Вон, сейчас идет. Да, вон он повезет, смотри, повезет. Вон он повезет, да. Вон с того входа.
Давайте встретим. О, молодец. Вообще-то вчера он был ощутим. Ну, вчера некогда, блядь. А ты чего от нас, монгол-то? Ой, быку капку передал или нет? Вот она, вот она, вот она. Вот, набрали. А, вот она. Сейчас я быка спрошу. Сейчас надел сам. Вон, сейчас идет. А вон он ползет, смотри, ползет. Вон он ползет, да. Он с того входа. Сантила! Бычара! Посуда, посуда! 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 Здорово, здорово! Чё как, посуда? Да мы тут на 5 килограмм, кто бы только позавидовал. Какая-то андатра, короче. Бычара, сапына! Чё не могу, лопас отдал? Вот они! От нас! Вот они! Вот они! Души! Там как вот синички. Там что-то забыли? Там, короче, ладно, выздоравливай, брателла. Спасибо. Тебе как обещали, так и приехали, да? Паша здесь, Ирка здесь, все здесь. Так что, я здесь знаю, здесь. Потому что все обо мне заботятся, переживают. Вспоминают тебя тоже. Конечно, блин. А что-то вот в натуре насчет живота-то, вот что-то я тут сомневаюсь. Ты когда с нами в Сочи был, нахуй, ты там раздевался, у тебя только косточки торчали. А сейчас у тебя плюха. Это плюха. Ну, потому что печень сдулась, поэтому, понимаешь? А с чего бы она у тебя съелась, если ты бы бухала, другое дело? Ну, я вот бухаю, что, у меня ничего не сдувает. Потому что вот именно, ты бухаешь, да, ты стерилизуешь. А у меня она наоборот, да, задница. Работает. Наоборот, у тебя работает. А я бухать бросил, у меня сейчас отходняк вот этот. Все эти пакости. Ну иногда я 2 недели тоже не пью, нахуй. Он у меня тоже, нахуй, тогда выживал. За все года. Всем привет, уважаемые леди и джентльмены. Ну вот, все, я пошел на поправочку. Подкосила меня маленько болезнь, но ничего страшного. Благодаря врачам частной клиники города Абакан я уже на высоте, и благодаря Олегу Монголу, моему другу. Гемоглобин у меня был 40, сейчас уже 200. Это вообще огонь. С уважением, Саня Бык. На видеосъемку поехал, уважаемые, в другую больницу. В честь своего дня рождения. Глядишь, как крутанет, мотанет, и вообще будет все равняк. Будет Оскар. С уважением, Саня Бык. Итак, Радулькин и Саню привели в магазинчик. Надо купить ему новые джеггинсы. Джеггинсы, как называется. Ну-ка, покрутись. Штанишечки. Штанишечки с кармонашками. Ну. Лето наступает. Зимние кокоряшки же надо скидывать. Да. Сейчас во все фендибоберное надо. Надо летнюю одежонку прикупать. Чтобы было все на уровне, на должен, и чтобы все было чики-мони, по все и по моде. Да. Да? Ну-ка, что другие принесли? Ну-ка, Стань. С карманишечками тоже. С карманишечками? Да. Нет, это без кармана. Подписчики, антенну будем скоро ставить.
пацаны, короче, где такую тачку взяли? Пацаны, вы что, нашу хату продали? Стоп, 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 Ира, Ира, хата наша на месте, ты не волнуйся, документы все у меня, ключи здесь. Все путем. Откуда? Иришка, не переживай. Это мой незнакомый, Стрио Кар. Их тачки на прокат, так что все будет нормально, правда. Посмотрим. Кому надо, обращайтесь, да. Ссылка внизу.